называют Спаркл и Эннабель. Родители в роли потерянной. Пинки в роли Джессамины. Флаттершай в роли дочки или Флаттершай. Трангулеш в роли доктора Хлуса. Доктор Хлус, Флаттершай, Джессамина, Эннабель, Рарики. Фьюдж. Смотрите, у нас сейчас будут какие-то важные приговоры. Давайте посмотрим. Давай. Сейчас посмотрим. Так, я сегодня скажу, кого-то из вас придется выкинуть из команды. Кто-то из вас больше не будет такой популярной звездой. О, боже! Ловите меня! Спасите, девочки. Стоп, что здесь они делают? Это ж личные переговоры. Мы здесь ничего не делаем. И мы тоже. Ясно, подслушивали. Но я еще не сказала главное. Это главное. То, что они не слышали, что я сказала. Так вот. Я сейчас скажу самую главную фразу. Кто из вас уйдет? Если вы будете так дальше себя вести в самом сериале, то мы можем вас действительно уволить. Сперм апреля, еще раз! Вы такие легко ведущиеся девочки. Мы не легко ведемся. Ну да, пойдем, Рарити, нам здесь не место. Ну идите, а кто-нибудь еще вас рассмешит. Добрый день. Продавщица Эл... Хлус? Обувная? Рейнбоу? Ой, так, я сейчас запуталась. Кто из вас Хлус, кто Рейнбоу, кто продавщица? Кто вообще на коньках катается? Скажите мне. Так, сейчас объясним все просто и легко. Не надо нервничать. Короче, вот. Мы все слышали. 1 апреля! Ничего не слышали, мы специально, чтобы вас разжимить. Мы не легко ведущие, так как вы думаете. Ясно. Хватит шутить надо мной. Нам это не нравится. Правда? Алло? Не нравится. Добро? Мин, да, три. Да. Короче, надо. А, смотрите, мы еще забирали, отогнали на фотографию. Ну, вроде как, да, вот. А, вы победили. 13 дней на руки. Давайте объединимся и вечно прилетим, чтобы вы были сильными и распознавали шутки и серьезность. Ладно. Сегодня будет еще шоу с Как бы. Смотрите, девочки, почему вы не засекаете время? Здесь уже 4:49. Сейчас будет 50, давайте уже заканчивать быстрее. Скоро будет 6 минут. Сначала 5 будет.
Девочки, уже 5 минут. Что вы так быстро шевелитесь? Так вы медленнее шевелитесь. Это? Серьезно. Пойдем. Быстро, быстро, быстро идем. Идем, 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 идем. Идем. Вы сразу распознали. Я знаю, что вы сейчас делаете. Рассмеетесь! Ведь это была шутка. Я тоже пошутила, что это всерьез. Наконец-то хоть мы и пошутили над кем-то. Да. Тоже неплохо. Тон-тон. Что случилось дальше, вы узнаете уже в следующей серии.